Специальный обзор для большого магазина 7745. Я приобрел розетку Юпитер. Розетка двухместная, скрытая установка. Это торговый бренд ТД Комплект. Производится в Беларуси на предприятии Белтис. Имеет следующие характеристики. Вольт, 16 ампер и защита IP20. Представляет собой стандартную розетку на два посадочных места. Хотелось бы обратить внимание на основную особенность. Это изготовление контактов, что очень необычно для наших производителей, дешевых производителей. То, что здесь контакты подпружинены. Вот эта сторона контакта. И розетка не будет со временем просто отваливаться, как это часто бывает. Мы сейчас разберем полностью, посмотрим, как что здесь состоит, и будем делать какие-то выводы. Вот этот момент самый важный. Контакты не разболтаются, вилка будет всегда входить в розетку плотно, потому что здесь есть пружина, которая подпружинивает контакты. Вне зависимости от того, какую вилку вы будете использовать европейского стандарта, либо нашу старую советскую, вот эти пружинки спасут ситуацию. Это очень большой плюс данной розетки. А так, исполнение стандартное, пластик не самый лучший на самом деле, мягкий, накладка внешняя симпатичная, но само качество литья оставляет желать лучшего. Но в любом случае за такую цену, около 2 рублей, или даже не помню сколько стоит, могу рекомендовать к покупке.